Уже традиционно проект «Зимой в Анапе» стартует в День города 15 декабря и продлится до 15 января. Курорт украсят фотозоны и новогодняя иллюминация. Будет организована досуговая программа, естественно, с учетом требований времени. Важно, чтобы программа была насыщена, еще раз, детскими, спортивными, культурными и так далее мероприятиями. Никаких диджеев, никаких фестивалей, никаких фейерверков. Старая русская добрая. Значит, классика, классическая музыка, русская добрая советская музыка новогодняя, там, пожалуйста, все что угодно такое, смотрите, придумывайте. Центральной новогодней локацией станет пляжная лаунж-зона. Ее украсят елки, тематические фотозоны и, конечно, главный символ 2025 года – змея. Не обойдется и без визитной карточки Анапы – семьи песковиков, которым в этот раз на зимовку приедут новые друзья. На театральной площади установят не одну, а несколько елок, которые украсят игрушки, изготовленные местными ремесленниками. А на здании ЦК «Родина» и «Русских воротах» в течение новогодних выходных будут проецировать праздничное видео, в том числе продолжение мультфильма про песковика. На улице Гребенской появятся светящиеся деревья, новые световые элементы и декорации украсят сквер Гудовича, Крещенский парк, площадь Советов и центральную набережную. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа регион.